Привет, народ, мы продолжаем играть в Alan Wake. В прошлой части мы остановились на том, что вот гуляли в этом лесу, и нас взяли и убили. Нет, не медведи, о которых тут предупреждают, а какие-то злые чуваки с топорами, которые населяют все леса этого милого уголка. Но я пообещал, что разберусь с ними в этой части, и надеюсь, у меня получится сделать. Хотя, честно говоря, я не помню, где это я тут... Опа, вот и они, кажется, эти сволочи. За камнями спрятался один из них. Так, подожди, я что-то путаюсь, я уже потерялся, все. Я только начал, но уже потерялся. Ну что, у меня не очень много патронов. На ружье вообще нету их. Так, а вот тут у нас мэн. И еще один мэн с серпом, молотом, со всеми видами советских и не только советских оружий. Их очень много, честно говоря, я не знаю. Я думаю, с ними справиться я не смогу. Вот меня уже начали дубасить, я пообещал, но, похоже, зря я это сделал. Меня опять дубасят. Так, я побежал. Я, короче, побежал, не знаю, мне вы не нравитесь, ребята, вы какие-то злые. Ну все, меня убили, я просто-таки... Ну ладно, плохой старт, давайте не будем считать, что я толком начал играть. Сейчас все исправим. Но с какого хера их так много, блин? Их не убить просто так. Тут нужно мастер-скилл, который у меня нет. Что это такое вообще? Что тут? Ворон, ты что тут принес? Что это такое? Чья-то футболка, что ли? Вы сумасшедшие птицы. Летаете тут, одежду оставляете. Причем не свою, похоже. Блин, ворон и убийца, что еще может быть страшнее? Эти ребята уже не такие страшные после этого. Так, мне надо лунта пробежать просто вообще, и похер на вот этих мудаков, их слишком много. Они, конечно, мне будут мешать пройти. Но мне по-любому 12 патронов не хватит. Итак. Так, что побежали? Вот, все, наконец-то я смог их обойти. Нет, 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 мне конец, мне конец. Что мне делать, народ? Тут очень страшные какие-то ребята, а оказывается, очень сильные. Я прям боюсь их. Подожди, у меня там есть свет, если что, да, ведь? Если что, я могу убежать, я так в прошлый раз и сделал, это что? They taken in the darkness. Так, может, я могу что-нибудь здесь придумать, типа обойти это место? Не знаю. Ну, нет, это не так уж и легко, как кажется, мне кажется. Мне кажется, мне нужно идти бежать туда, и вообще пофиг, я знаю, их там тысячи. Как их убить, я прям даже не представляю. Ну, вылезайте уже, ё-моё, я же знаю, что вы там. Музыка уже играет, а вас все нету. Да, вот вы. Ладно бы они еще не кидались всякими штучками, они ведь этим занимаются, и становится вдвойне опасно с ними гулять тут. Надо стрелять в голову, короче, я вот придумал. Ну все, они меня просто налетели кучей на одного бедного человека, гуляющего по лесу. Им против них вообще ничего не имеющего. И хотите, чтобы все это закончилось хорошо? Игра, ты как-то слишком больно... Так, чё-то по одному патрону перезаряжается. Не стильно. Так. Вот он там опять бегает. По сути, всего-то туда-то. Надо их как-то по-хитрому так осветить фонариком, чтобы они все испугались меня. Все, я побежал. Побежал. Я знаю, что там тупик. Я в прошлый раз там был, потому что... Так, тихо, не забейте меня топорами. Блин, у них быстрое оружие. Если я убежал, вот свет, свет, да свет, там был свет, ну почему я не добежал до света, ну там свет. Все, надо по-любому бежать к этому свету, народ, я знаю, надо туда добежать, и все будет хорошо, будут пирожки там тепленькие, там чай дадут, кофе наконец-то. Кофе здесь все время дают, а сейчас что-то решили не давать, что ли, я не знаю даже. Так, все, давайте, давайте, ребята, мы сейчас вас посветим фонариком и будем убегать. Вот тебе пофиг, да? Я в тебя свечу, тебе пофиг. Ага, хрен тебе. Все, я побежал. Бля, они бегают, эти быстрые мудаки. Я убежал! Я убежал, пацан! Так, подожди, я... Ну хули я вот не добежал. Ребят, ну вот нафиг я с них светил не фонариком. Этому большому мужику, который два раза больше меня, вообще пофиг на этот фонарик практически. Я вас честно потом возьму ракетницу, найду где-нибудь, если она тут вообще существует, и убью вас. Главный, короче, тут чувак, это большой, но ему помогают куча мелких, и это делает ситуацию очень... О, есть, я увернулся от одного, от второго. Так, от третьего, и побежал, пофиг сейчас.
Пофиг, они там быстрые бегают, но я пофиг, побежал, свет, набеги со света! Иди нафиг ты, ну я до света дошел, зачем вы это сделали? Я дошел до света, придурки, по-моему, они еще могут вырубить свет, если так, то дело совсем плохо. Я уже не знаю, что с ними делать, попробовать тактику отступления, но 12 патронов не, как бы, не рекомендуют это делать. Я не знаю, тут должны быть патроны где-то, где тут должны лежать патроны, по-любому, иначе вообще смысла нет что-то делать. Без патронов же вообще никуда тут не пройдешь. Ну иди нафиг! Попробую, короче, убивать их по одному. Они же не респаунятся, это все-таки не Call of Duty, черт побери. Отступаем назад сейчас. Так, главное не запутаться, не потеряться. Вот, все, отступаем назад. Вот, они идут. Надо хотя бы парочку из них убить. Ага, еще они попытаются меня. Тихо. Так, один минус. Так, они немножко... Блин, этот негр, он не умирает! Ага, у меня кончились патроны, побежали назад. Вот сейчас я убегу назад. Что это мне даст? Ага. Так, я убегаю! Пацаны. Опа, он, кажется, умер, смотрите-ка. Так, я его смог убить. Мне бы еще дали за это патроны дополнительные. Давайте, ребят, давайте сюда. Давай сюда. Будем веселиться. Эй, чувак, ну давай сюда. Ну где вы? Взяли, спрятались какие-то невидимки противные. Ну так, мне кажется, я, в общем-таки, разобрался с некоторыми из них, поэтому... Ну чё тебе? Я свечусь тебе фонариком, тебе пофиг вообще. Короче, я побежал нахрен. Так, я сейчас их обхитрил, типа, они там далеко где-то. Их вообще мало осталось. Поэтому я побежал. Сейчас главное не заплутать, как я вот сейчас делаю. Ой, хрен ли ты так бежишь медленно, а? Бля, они еще попадаются. Бля, сейчас вы убьете меня, я вас убью. Так, где ты? Сука, светись тебя фонариком. Ему вообще пофиг, да? Он один тут остался. Я бы его убил. Ага! Чё, боитесь, да, хрены? Всё, я добежал до этого света, надо сохраниться. Как тут сохраняться? Я забыл, тут нельзя сохраняться, да? Сука, я же забыл, что здесь контрольные точки. Но мы, у нас уже огромный прогресс, мы добежали до этой точки, и теперь дальше можем идти уже со спокойной душой. Так, патронов тут нигде нету? Они бы мне очень пригодились сейчас просто. Так, у нас, а что там у нас в той стороне? Так, а куда мне надо идти? Так, что у нас тут? Сюда нельзя, да, похоже? А сюда-то и нельзя, ребят, там рукопись, а мне надо как-то открыть это. Ага, сейчас надо включить, попытаться мозг. Ну, ладно, попробуем просто пойти сюда. Вдруг это тоже сработает. Че это такое, боже ты мой, зачем ты двигаешься мне? Кофе. Оно, конечно, не восстанавливает здоровье, хотя у меня полное здоровье. Но все равно приятно. Вот здесь я могу спрятаться, наверное, да, если что? О, нифига себе, ты сильный такой, раз, берешь, толкаешь сразу. Алан, молодец. Так, что у нас тут? Ага, дерево, с которого был сделан этот срез, начало расти в 1846 году, в год подписания Орегонского соглашения об образовании территории Вашингтон. Короче, история США и, в частности, этого куска дерева. Да, вот как оно росло. Ну, познавательно, но не очень нам нужно. Поэтому мы продолжим путь. А продолжим мы путь куда-нибудь. Так. Кто бегает? Ты зачем бегаешь? Вы зачем пришли сюда? Блин, я здесь деревья изучаю, вы сука. Ну, мудаки противные. Ну все, я теперь умру. Я же не сохранился. Бля, ребят. Где нафиг, я тебя фонариком буду. Вот ему вообще пофиг. Бля, отлично. Где я сейчас буду? В каком месте? В каком месте я сейчас буду? Ага, нет, вот я здесь. Хорошо. Все нормально. Не так все плохо в этом мире. Так, мне нужно как-то вот эти деревья сбить. Я пока не врубился, как это сделать. Добраться... Да мне по-любому туда надо, это я понял уже. Так, вот я просто вот... Вот, да, я не догадался сделать это в прошлый раз. Так, ну план, почитаем очередную страницу рукописи. Да. Так, прибытие Нейтингейла, блин, имя страшное. Агент Нейтингейл не хотел торчать в Брайт Фоллс. Маленькие городки вызывали у него отвращение. Бывает. Ему не нравились ни деревья, ни кофе. Кофе, сколько кофе здесь везде. Теперь он знал, что за витринами и улыбками прячется немыслимый ужас. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать, пока не выдохнется, или свернуть с дороги и надраться. Но у него была работа, писателя следовало поймать любой ценой. Блядь, это мне не нравится. Зачем тебе ловить писателя? Не надо меня ловить.
Не надо меня ловить, я не хочу ничего. Блин, дорога опасная. У меня патроны появились, откуда, не знаю, но... Ну, их опять мало, конечно. Так, а что этот знак значит вообще? Ой, боже мой, мы куда там идем? Что-то как-то все страшнее и страшнее становится. Так, у нас тут карта. Ага. Свет, это очень хорошо. Если что, отступаем. Как всегда, это наша тактика. Так, у нас тут какая-то кнопка. Так, используем. Ну, я вот опасаюсь этой штуки. Кстати, что там за... Радиовышка, туда бы сходить. Сколько нам еще до Лавер-Спикта добираться? Блин, какое же все-таки красивое место, испорчено какими-то дебилами. Блин, я все подумал, что у меня кто-то там сзади. Опасно уже! До нервного тика доводит игра. Please keep door closed. Да-да. Банальные фразы. Закрыл дверь, все, отлично, можно ехать. Ну, я думаю, уж на нас тут никто не нападет, пока мы будем ехать. Все-таки как-то обойдемся, я даже сяду, чтобы успокоиться. Интересно, как там барик, кстати. О, нет, нет, дерьмо, что происходит? Что происходит? Только не падает, только не падает. Блин, тут вообще нафиг все ломается. Спокойно, 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 блин! Удачье. Тупые вороны, я так и знал, что с ними все проволоха. Мы живы, все нормально. Так, мы добрались до берега. Ну, Алан, главное, фонарик не теряй, это твое главное. О, не-не-не-не-не. Гопники ждали меня. Не-не-не-не-не, только не фонарик. Без него же я вообще ничего не делаю. Кто это меня спас? Что это было? Кто это? Ты чувак, ты мой спаситель, хрен ли? Да, да, давай, давай, побежали. Ты все знаешь, да, что тут происходит? Объясни мне, черт побери, что за чертовщина, в конце концов. А то... Да ладно, у тебя что, серьезнее что-то есть, да? Опа, нормальный пацан, нормальный такой, все разрулит тут, я чувствую даже себя в безопасности. Все, погнали, кто-то такой, давай, что случилось? Ты их тоже видишь? Да, конечно. Так, мне кажется, он, короче, не настоящий. По сюжету? Ну да, сюжет у нас такой тут запутанный. У него есть пистолет, а мне что делать? Так, нажмите, удержите, чтобы использовать фальшфейш. Так, ага. Я его не помню! Я не помню, чтобы на нее кто-то пялился, вообще, кому моя нужная жена. Да. Ну он какой-то добрый, я не хочу, чтобы он оказался похитителем. Так, тут что-то происходит. Так, сейчас мы попробуем использовать нашу новую штуку. Идите нафиг, я вас тут всех рассвечу нафиг. Смотрите, как красиво. Че, чуваки, а? Не ожидали, да? Так, подожди, подожди. Мэны, 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 мэны. Отступаем. Мы тут, я, короче, его охранник. Это выглядит глупо. Мне осталось 4 всего этих, кстати, штуки. Это очень плохо. Так, давайте двигаться. Двигаться давай, блин. Я все вас... Откуда вы вылазите, а? Так, у меня все меньше. Давай двигаться. Мой новый напарник. Да он не похититель, написано следовать за похитителем. Пацан, ну что, может пойдем? Че, нам как туда идти? Нам надо как туда идти. Ну, я буду тебе помогать с фонариком, пока ты не рубишься. Как же нам пройти дальше? Наверное, нам надо туда вон. Опа, опа, он мне прям в голову попал. Это очень плохо. Так, сейчас мы посветим. Откроем, откроем. Откроем, давай, открывай, что там у нас. Фальшфейр. Монстр, да, тут сплошные монстры. Ага, не ожидали, да? Я вновь включил эту штуку, у меня у этих фальшфейшеров опять 4 штуки. Ну, я хочу следовать за похитителем. Какой план, какой план? Парень, какой план? Мужик, блин! У меня патронов нету, что мне делать? Их все много и много. Блин, сволочи, я вас всех поубиваю нахрен. Че, боишься, да, сука? Я их даже, может, убить могу так? Ой-ой-ой. Давай, подходи, подходи, пацаны, подходи. А, не нравится вам, бля, свет. Сколько у тебя патронов? Тебе хватит их убить всех? Так, у меня осталось 2 штуки. 2 штуки, и мы как-то не можем пройти дальше. Вы кидаетесь все. Кидаетесь, да? Давай, подходи, подходи. Ала! Ха-ха-ха. Трупы, ну умирай, ну ёп! Он не умирает. Он должен умереть по законам. Чё, ну сколько их осталось еще? Кто-то вон еще один кидается. Один, что ли, остался? Один, то дело довольно-таки неплохо. Ага, ну я от тебя буду легко уворачиваться. Блин, от них ещё двое. Мочи, мочи их! Осталось двое. Если двое, то все нормально. Там, по-моему, трое. Так, надо их как-нибудь... Так, у меня кончились все. Давай, херачи. Теперь надежда только на тебя. Давай, ну давай, покажи снайперский скилл, одним выстрелом его попади в голову. Не, похоже, он не такой хороший стрелок.
Сейчас мы, надеюсь, скоро узнаем его мотивы. И имеет ли он какое-то отношение к похищению Элис. Я думаю, все-таки, надеюсь, Алан заблуждается. Блин. Смотрелся. Какие-то у вас стильные топорки, даже не такие необычные. Хорошо, давай, пошли. Где ящик? Нифига, он не хочет давать мне оружие. Дай пушку, бля. Так. Ну, черт побери, как я их не буду подпускать, если все у меня кончились? Ты бы сказал, что они нам пригодятся, когда видел, что я их трачу один за другим. Ты дурак, что ли, совсем? Ну, все, нам конец. Сколько их можно догонять? У меня нету их. У меня их нету, нету их. Давай-ка постреляй, может, я открою получше. Ну, все, мне конец. Их слишком много, ты че, дурак? Ну свети, стреляй в них, что ли! У меня кончились батарейки, отлично. Все, погнали, погнали, пофиг на них вообще. Свет, 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 свет! Иди сюда, быстрей. Иди сюда. Да приплевать на них, патрон еще тратить. Давай в свет. Все, дошли, нормально. Да, мне тепло и светло, спасибо. Ты издеваешься, что ли, надо мной? Фу, тут у нас, кажется, не так уже опасно, по-моему, свет везде. Да никто нас не догонит, там свет. Свет не вырубится, и все нормально будет. О, смотрите, сердечко. Ну, точно встреча для влюбленных. Эту карту я так никогда не пойму. Так, подожди, мне надо выпить кофе, а то я усну тут. Все-таки ночью гуляю по лесу. Не спал совсем сколько времени. Кофе меня спасает. О, тут водопадик. Так, подожди, свет-то зачем вырубился? Блин, а свет вырубился. Какому нафиг сценарию? У меня тут батарейки, подожди, подожди, сколько вас там будет? Ну я рад, что он будет стрелять вместо меня. Так, мочи их, мочи. Ну, короче, у меня такая новая тактика, я буду светить их фонариком, пока они близко не подойдут. А если подойдут, то мы их включим, то, что нам надо. Так, у меня не так много батарей, кстати, это плохо. Ну да херач его, блин. Что, это все? Это вся ваша волна? Да он к тебе не пристает, они больше мной интересуются. Ты какой-то... О, не-не-не-не-не, пацаны! Так, включаем свет. Самое время. Херач вот этого! Вот этого херач. Он опасный пацан вообще. Замочи его, блин! Двое тут. Все, отлично. Трупики. Точнее, исчезнувшие топористы. Топористы — это новая группа. Музыкальная! Отлично полетел! Да я не знаю, что это проще простого. Вот тебе все-таки посложнее задача. Предстоит пострелять в них всех. Так, тихо! Включаем. Ха-ха. Ой, это вообще штука крутая. Я хочу вот таких штук 100, и тогда, я думаю, я пройду игру. И ни разу не умерев. К сожалению, быстро заканчивается. Нужно какие-нибудь такие улучшенные штуки найти где-нибудь. В магазин зайти. Тихо-тихо-тихо. Ребят, тихо. Ситуация вышла из-под контроля. Но у нас еще две эти штуки. Так, сколько нам еще обороняться придется? Мэн, мочи вот этого. Вот этого мочи. Где он? Где он? Где он? Все, 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 отлично. Еще сигнальный ракет? Нет, это просто банки. О боже, какой-то ужасный мэн. Херач его, нахерач его, он большой. Я свечу его. Давай, давай. Он нас боится, даже несмотря на то, что он такой большой. А, у нас получилось, кстати, отлично. Херач его, херач. Так, это можно использовать еще раз? Я ему в голову целюсь. Ну, херач его, давай. Ой, отлично, ну... Но он сильный, у него лопата большая такая, лопата больше, чем моя голова и вообще больше, чем мой скелет вместе взятый. Так, перезарядка, быстренько, мацан! Отлично. Все, это был главный босс, мы прошли игру. Блин, тут все еще как-то неприятно, но кажется все. Так, он все-таки еще думает, что это похититель. Ага. Ну, ты, это еще один твой фанат будет. Да? Спасибо. Так, так, что сейчас? О боже, что это значит? Мне не нравится. Вот именно, что он несет, черт побери, Элис, мне нужна все еще. Я сейчас не найду все странички ни за что. Ну все, теперь я его... Ой, отлично. Ну молодцы, ребята, молодцы. Отлично. Уэйк, ты, конечно, я понимаю твои чувства, но надо вести себя спокойней. Сейчас нас убьют, мы опять в опасности. Этот лес никогда не закончится. Надо брать револьвер. Бери револьвер, убегай.
Ну, я не знаю, пойду его догонять, наверное. Ну, пойду его догонять уже, наверное, в следующей части, а пока... У меня револьвера, у тебя нет револьвера, так что успокойся. Да, так что лучше беги нахер. Я сейчас найду Элис и тебя замочу. Но это будет в следующей части, я вам говорю. А, ну на этом сегодня все. Да, он похитил Элис, и мы разберемся с ним в следующей части. А пока, всем пока.